Всем всего доброго, всем привет, с вами Стаскобальт, канал Стаскобальт. Ну вот сейчас записываю видео, захожу в танки, месяц не играл, поэтому вот сейчас зайду, посмотрю, скажу, как вот изменилась игра. Скорее всего, ничего не поменялось, да, как я и думал, ничего не поменялось, только стало даже чуть-чуть похуже. Какие нюансы я тут увидел, какие тут какие-то недостатки, сейчас буду говорить. Первое хочу сказать, что вот захожу, да, на Шкоде, да, в топе, да, я захожу как бы в этот бой в топе, но сейчас вы увидите, что я играю как бы один день, то есть вот, может быть, в неделю, может быть, вот сейчас месяц не заходил и сразу взял основной калибр, то есть тут не зависит от того, что у вас какие-то там кривые руки, какие-то прямые руки, вот вы сами попробуйте не поиграть долгое время, потом зайдите и сразу вот и час за час игры вы возьмете основной калибр, вот я взял вот на этом танке, да, он имбовый, как бы два боя, да, на нем, и основной калибр можно легко взять, но тем не менее я не очень доволен этой игрой остался. В общем, я остался недоволен этой игрой. Почему? Потому что ничего не поменялось, то есть и баланс, ничего, стрельба тоже не поменялось, ну практически ничего не поменялось, да, там какие-то после патча кустики загинаются, ну это от этого лучше, это об обычным игрокам-то не станет, что эти кустики как бы заезжаешь в кусты и кусты начинают шевелиться, от этого баланс не поменялся, не изменился этот патент, да, не изменился, ну практически ничего не поменялось, то есть ничего, то есть они ничего не делают, ну все делают для того, чтобы только с игроков деньги выкачать, да и все. Поэтому, то есть система, она как бы работает на донат, опять же я говорю, система работает на шовку, и только им деньги занесли и все. То есть она не работает как бы на обычного игрока, там на какого-то гиперспортсмена, который, допустим, играет очень хорошо, очень неплохо, то есть а он вас все равно будет бросать в какие-нибудь там команды, то есть у кого низкий коэффициент этот, то есть низкий коэффициент побед, низкий коэффициент какой-то там помощи, то есть он вам не, вам команда не помогает, как говорится, тут сами как сами по себе, вот команда она сама по себе, ну боты скорее всего какие-то, поэтому игра не поменялась, я буду периодически заходить, какие-то улучшения, про изменения буду периодически говорить. Опять же, этот выпуск такой не зашкварный, по такой обычный выпуск, как говорится. Вот, по следующий будет выпуск, конечно, зашкварный, там я уже буду напрямую как бы набрасываться на АВГ. Там уже будет, конечно, более, конечно, интереснее. Тут просто как бы такой вот мой бой рядовой. Опять же, я говорю, не заходил, ничего. Играю без читов, без всяких там накруток, доп пайков, без доната, без према, без не на прем танки. Вот. То есть по всем нюансам, которые в этой игре есть, я буду говорить какие-то мелкие нюансы. Они, может быть, незаметны обычному игроку и на каналах вам, на таких вот топовых, топовые блогеры, они вам просто не говорят, как действует вот эта система, как действует сам этот балансировщик там и ВБР, и как действует эта программа. Вот, то есть они не говорят, как это все устроено. Я постараюсь это все раскрыть, как бы, как это все в следующих своих видео более подробно, более об этом еще поговорить. И это вот интересные такие вот вопросы, как вот по стрельбе, как по, ну, по всему, как это все действует, как это все влияет на обычного как бы игрока, когда вы заходите, просто почему там, да, не на прем-аккаунте, и чем они отличаются, отличие колоссальное, поэтому об этом я буду все говорить, все поподробнее рассказывать, так что подписывайтесь на канал Стаскобальт, с вами канал Стаскобальт. Ну да, вот сейчас вот я, да, стою в
в кустах, как бы сильно не вылезая. Ну, как бы по обычной тактике тут играю, ничего такого. Сейчас, конечно, пойду вперед, просто хотел тут вот что-то показать, что-то взять. Вот. И, кстати, вот когда вы не заходите долгое время в игру, вот такой небольшой нюанс сейчас буду говорить, то вас бросает к более таким сильным соперникам, то есть у вас более такая слаженная команда, то есть и бои такие тащинские получаются. То есть когда вы не заходите долгое время в игру, то как бы ВБР как бы дает вам более какие-то выгодные шансы для игры, выгодные какие-то там ну, позиции вот эти вот, которые вы выбираете, и получается, что как бы у вас игра такая получается более хорошая, более такая вот имбовая, то есть получается, что как бы вас поощряет сам этот балансировщик, сам этот ВБР, что он вас забрасывает в более такие удачные катки, и катки такие получаются. Когда вы играете постоянно, там каждый день, то такого не происходит. Когда вы долгое время не играете, то есть для вас там более-менее такие комфортные условия создаются. Это вот я не раз замечал. Правда, вот в это будет там следующая катка. Я в следующей катке заметил, что человек полгода не заходил, но все равно начал жаловаться, что ничего не поменялось, ничего не изменилось. Я с ним, конечно, соглашаюсь, да, где-то даже, может быть, даже чуть-чуть похуже стало. Ну, чуть-чуть, да, получше графика, чуть-чуть получше там накрутили что-то. Но, в общем, то, что внутри, то, что не на поверхности, не эта графика, не это, то, что внутри, да, оно-то не меняется, оно-то не изменилось. Я-то это вижу, вот. Сразу где-то час-полтора это все выявляется, то есть все становится понятно, что ничего они не меняют, ничего, так вот все и как было, так и есть, то есть внутри игры-то ничего не меняется. Это только вот, только снаружи какой-то там сделали, там какой-то более приличный вид, там более эти танки, более воду эту сделали, что вода теперь там льется, там ну как бы... Ну а так, ну, оно что ничего не изменилось, даже может где-то даже хуже стало. Так что я буду говорить, если станет лучше, буду говорить, если станет хуже, то опять буду говорить. Вот, пока ничего не меняется, ничего не это, как говорится. Вот, так что, видите, взял сразу за час игры этот основной калибр, на остальных танках там тоже поиграл, ну ничего такого выдающегося, как говорится, какие-то бои интересные, они просто не вот сейчас, они все реже и реже, их просто нет, вот. Поэтому вот буду говорить, буду выходить на связь, с вами был канал Стас Кобальт, с вами Стас Кобальт. Так что вот такие катки, подписывайтесь на канал, ребята. Буду также выходить по PlayStation 4, какие-то там новости буду сообщать. Вот, так что, опять же говорю, подписывайтесь на канал. Сейчас пока в танки не буду заседать, потому что ничего они не меняют, ничего не изменяют. Вот следующий выпуск будет вообще, наверное, скорее всего, какой-то зашкварный. А как вот уничтожить, да, этот патент, как уничтожить это? Ну, это вот сама игра, она может сама себя уничтожить, потому что вот я сейчас даже посмотрел, что онлайн он проседает, то есть он онлайн еще более просел. Так что все, всем всего доброго, с вами был Стас Кобальт, вы на канале Стас Кобальт, подписывайтесь на канал, ставьте дизлайки, побьем рекорд по дизлайкам. Все, всем всего доброго, всем пока.